21 ноября в мире отмечается День телевидения. Для ангарских зрителей сегодня работают две телекомпании. Чуть более месяца назад, 21 год, исполнился телекомпания «Актис». Все это время наши корреспонденты, операторы, видеоинженеры старались предлагать горожанам интересный и качественный продукт. Об изменениях могут рассказать наши коллеги, которые уже много лет работают в средствах массовой информации. Сейчас телевидение – это вообще небо и земля по сравнению с теми периодами в жизни местных телекомпаний, когда это было, скажем, в 90-м, 95-м, 98-м году. Прежде всего, качество картинки. Сейчас работаем на цифровых видеокамерах со штатива, никогда с руки практически не снимаем. И отсюда качество подачи материала и телевизионные приемники стали лучше. Альтернатива для зрителя любая. Есть программы интересные и для детей, и для взрослых, и для людей старшего возраста. Потому что сегодня телевидение на самом деле это неотъемлемая часть жизни всех цивилизованных людей. Сегодня «Актис» шагает в ногу со временем, предлагая своему телезрителю современную услугу. Это собственный интернет-сайт. Ангарчане могут узнавать новости круглосуточно и комментировать те, которые их особенно волнуют.